Главным местом встречи всех спикеров оказался World Food 2022. Прямо сейчас со мной Иван Тихов. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот вы участвовали в форуме «Общепит и точка». В какой роли вы участвовали, в каких вопросах дискутировали? Ну, меня зовут Иван, я управляющий директор Додо Пицца. Это франчайзинговая сеть пиццерий, более 700 точек у нас в России. Меня пригласили на эту дискуссию подискутировать о тенденциях в отрасли, о ситуации в отрасли и рассказать про нас, про наш опыт, поделиться, потому что, возможно, коллегам это будет ценно, полезно. Собственно, этим мы и занимались последние два часа. Расскажите, пожалуйста, вы вот поделились опытом с коллегами, коллеги также делились опытом с вами. Что было интереснее всего? Ну, мне было интереснее всего обсуждать перспективы объединения между конкурентами, между институциями в интересах клиентов, в интересах будущего для создания чего-то более лучшего, чем есть у нас сейчас. Вот. И ну, мы немало про это дискутировали с Никитой Фроловым и с другими спикерами, с модератором. Мы в нашей компании, в Dodo Brands, мы верим, что объединение это как раз способ достигать чего-то большего, приближать более светлое будущее. Вот. И такая площадка – это как раз возможность специалистам из разных областей, работающих в одну сторону, работающих в сторону развития индустрии общественного питания, развития фуд-индустрии, собраться всем вместе, понять друг друга, как-то изучить совместный опыт и делать что-то лучшее в общих интересах. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, так как форум закончился, но выставка все равно продолжается, есть какие-то промежуточные итоги? Цели сегодняшнего форума, они выполняются в краткосрочное время или они какие-то такие длинные? Честно говоря, я не уверен, что знаю наверняка, какие цели конкретно у форума. Моя цель на сегодня была приехать, хорошо провести время и принести пользу. Я хорошо провел время, я надеюсь, что принес пользу, по крайней мере, по отзывам коллег и по той дискуссии, живой дискуссии, живому диалогу, который у нас был. Я думаю, что ну, мы действительно плодотворно провели это время. Спасибо большое, Иван. Вам хорошего дня. Спасибо большое и всем хорошего дня.